боги, где же вы были? Я проиграл. Вас теперь нет. А может быть, вас и не было. Когда я лежал там, на столе, мне пришла одна мысль. Мне не нужна команда. Мне не нужен никто. Я сам могу сделать все. Остался только я один. Только Чистяков. Дорогие зрители, рядом со мной менеджер Независимой Федерации Рестлинга Михаил Никитин. Михаил, скоро состоится один матч, который вы анонсировали на предыдущей неделе. Как вы можете это прокомментировать, ведь вы официальное лицо? Ну смотри. Как я уже тебе говорил, Локомотив очень долго играл в свою вот эту подлую игру, и он наигрался. Он уже наелся, он мне уже вот здесь. Но, опять же, я не тот человек, который держится за какие-то регалии, за титулы, за власть. Я человек, который должен восстанавливать порядок. Я очень долго пытался этот порядок восстановить руками людей, более компетентных в данном вопросе, да, потому что я же не полезу на амбразуру с голыми руками. Вернее, я раньше так думал. Сейчас время настало, и поэтому 6 числа, друзья мои, мир 2021. Иван Марков Локомотив против меня, генерального менеджера Независимой Федерации Рестлинга, прошу заметить. На кону стоит его титул. Титул чемпиона Независимой Федерации Рестлинга. Главный титул в России, в стране, друзья мои, не забываем. Как официальное лицо, конечно же, как официальное лицо, если я... скажем так, этот титул повешу себе на плечо, я буду с ним расхаживать, кичась тем, что я и чемпион, и официальное лицо, кем я буду? Я буду человеком, который присваивает себе нечто, что он присвоить себе не может. Поэтому, друзья мои, в случае моей победы, а вернее, после моей победы, 6 числа, титул чемпиона Независимой Федерации Рестлинга в тяжелом весе, главный титул этой страны, он станет вакантным. Потому что у меня два выбора. Либо я оставляю управленческие функции и становлюсь чемпионом по праву, либо я становлюсь фактическим чемпионом, друзья мои, в ваших глазах, потому что вы все увидите на шоу. Но я не хочу оставлять управление детищем, которое столько лет уже меня занимает. Я не хочу оставлять Независимую Федерацию Рестлинга на поруки неизвестно кому, потому что это мой дом. И титулы – это важно. Но для меня все же важнее, чтобы Независимая Федерация Рестлинга жила, развивалась и шла только вперед. А сейчас прошу прощения. У меня запланирован один интересный сюрприз для моего друга. Спасибо. Здравствуйте, здравствуйте, дорогие друзья! Вас приветствует рестлинг-шоу «Удар». Эпизод под номером 77 открывает Юрий Чистяков. Да, вот такой Юрий, друзья. Нет культа боли, а есть только мрачный ворон Чистяков. Человек, который в очередной раз переосмыслил свои взгляды на жизнь, и теперь, я так понимаю, никаких группировок,
собирается двигаться в мире рестлинга, он в гордом одиночестве. На прошлой неделе Чистяков дрался с Александром Набиевым. Секунду, Роди появляется! И это, да, это оппонент Чистякова. И сразу же без объявления войны, так сказать, без гонга, он набрасывается на Чистякова со спины. Ай-яй-яй, что ж такое? Даже не успел вам рассказать. На прошлой неделе Чистяков дрался с Александром Набиевым в очень жестоком хардкорном матче. И, к сожалению, для себя проиграл. И, видимо, это был последний бой, в котором мы видели культиста Юрия Чистякова. А теперь вот он таков. Чистякова в образе ворона мы могли видеть на хэллоуинском шоу независимой федерации рестлинга. Кто видел бесплатную нашу трансляцию, кто ее видел в режиме pay-per-view, в закрытом доступе она присутствует для спонсоров канала и для подписчиков на Patreon, то вот те ребята видели дебют Чистякова в этом образе. Мы переходим к бою. Чистяков, да, пытается контратаковать, Роди перепрыгивает его. Яростно он набрасывается на Юрия, непонятно почему. Но на элбоу попадает. Вроде бы не было между ними никогда такой уж слишком яростной вражды, но почему-то Роди прям в гневе, в невероятном. А Чистяков тем временем идет в контратаку. Удар, еще удар. И чоп. Что, возможно, мы видим, ну, не, мы не то, что возможно, мы видим зарождение нового Юрия Чистякова. И, возможно, вот это принесет ему успех на ринге. Потому что сколько времени уже Чистяков выступает? Много лет, но ни разу еще не выиграл даже ни одного титула. Клоузлайн в полете. Бульдог собирался провести Чистяков, но вместо этого, да, Роди вырвался. И Чистяков попадает на Инцигири. Удар по затылку. Разбег, удар. Ох, нет, не от локомотива ли Родина хватался таких ударов в затылок? Роди, конечно, раскрыл себя не с очень хорошей стороны в 2020 году. Все началось с ссоры его и Коли Сиплова. Была настоящая война между этими рестлерами. Ну а закончилось, вы знаете, чем. У Сиплова сейчас очень большие проблемы с зрением. И, скорее всего, на ринге НФР мы его не увидим больше никогда. Роди продолжает атаковать Чистякова. Пытается не просто его сломать, но еще и вцепился ему буквально в лицо. Руками Чистяков пытается за канаты. Бой по классическим правилам. Рефери показывает, что да, удержание нужно прекратить. И Роди прекращает, но зато он наносит вот такой удар Чистякову в голову. Подтаскивает его к середине ринга, вот, учел свою ошибку, чтобы в случае чего уже Юрий не смог не дотянуться до канатов ни рукой, ни ногой. Падение колена и попытка еще одного удержания. Один, два. Ой-ой-ой-ой-ой! Слушайте, а было близко, было очень близко. Вот это да, если бы Чистяков не вырвался после удара коленом, это было бы, конечно, ну, не самое лучшее начало для нового Юрия. Блокирует удар, уворачивается от Инцигири и стомп в спину. Чистяков идет в контратаку. Заводит Роди. Вот таким же суплексом на прошлой неделе Чистяков отправил Александра Набиева в колючую проволоку. Ну, правда, в итоге все равно матч проиграл, но это было жуткое рубилово. Обязательно посмотрите, если еще не видели. Удар 76, который называется «Культ боли». Обязательно гляньте. Чистяков пытается завести Роди на ДДТ. Я так понимаю, это собирался провести этот прием. Поднимает Роди. Панч. Еще один. Промахивается. И сайд-эффект от Роди. Вот так-так. Не очень хорошо все складывается для Чистякова. Вроде лезет на третий канат. На третий канат он забирается. Прыгает и на анатомический удар попадает. Бомба в приседе. Чистякова и удержание. Один, два. Нет. Было 2,9. Тоже было очень близко, ну, конечно. Чистяков поднимает Роди.
собирается его завести все-таки на ДДТ, но Роди толкает Чистякова в угол. Заталкивает еще раз. И нэкбрекер, сидящий. Удержание еще одно. Один, два, три. Ну и теперь уже все. Теперь уже все. Неудачным случился для Чистякова матч в новом образе, в новом стиле. Роди одерживает победу. Хотя, может быть, это просто противник неудобный. Ну и, конечно, не стоит забывать, что мы сейчас видели. Роди закинул ноги на второй канат. Это нарушение правил. Но удержание, тем не менее, было засчитано. Первый матч закончен, друзья. Мы движемся с вами дальше. Владимир Кулаков. Настоящая легенда русского рестлинга. Один из первых хардкорщиков. Настоящая машина, убийца. Все знают, как я активно надрачивал на тебя и на все твои заслуги. Я мечтал тренироваться с тобой. И все смеялись, но в итоге я с тобой тренировался. Я мечтал о матче с тобой, и в итоге нас ждет матч. Но я также по своей наивности думал, что любовь к рестлингу сблизит нас, и мы станем настоящими друзьями. Но в итоге единственное, что тебя сблизило, это Инстаграм и всякие малолетние шалавы, которые шликают на тебя. Ты больше не трезв, не горд и весьма безопасен. Так что прилизывай свою моднявую бородку, крась свои глазки, включай свою музыкальную тумба-юмба, тумба-юмба. И знай, я заставлю тебя уважать себя. Победа — это важно. Я всегда делаю все ради победы. Несмотря на ушибы, на переломы, на сотрясения. Вовочка, для меня очень важно спустить тебя назад с твоей наркотической Вальхалы в землю, к червям, где тебе самое, сука, место. Мы продолжаем, друзья, наше шоу «Удар», и в зале появляется участник второго матча. Это Алексей Хитрых в сопровождении своей постоянной спутницы Микавеллы. Алексей Хитрых, я вам напоминаю, друзья, пару недель назад участвовал в командном поединке в паре с Александром Набиевым. Претендовали они на золото, командное золото НФР, но выиграть им не удалось. Но Алексей Хитрых, как вы могли заметить, в последнее время весьма активировался в различных направлениях. Он хотел заполучить и командное золото, командные пояса, и параллельно еще и бросил вызов где-то месяца полтора назад Владимиру Кулакову. Скорее всего, он следует такому правилу: если ты хочешь стать сам лучше, бейся только с лучшими. А Владимир Кулаков, вот этот рестлер, вне всякого сомнения, является одним из лучших рестлеров в России на сегодняшний день. Кроме того, прекрасно знают Кулаков и Хитрых друг друга, они даже тренировались вместе некоторое время. Но вот сейчас, когда Хитрых так подрос, заматерел как рестлер, он решил бросить вызов Владимиру, чтобы показать, что он является настоящим будущим рестлинга. А не Владимир Кулаков, который является ветераном и выступает с 2003 года на ринге, друзья. Но, тем не менее, Кулаков, он, как всегда, полон сил, энергии и своего вот этого пьедестала. Уступать никому не собирается и не намерен. Посмотрите на него. Настоящий монстр, настоящий убийца, последний викинг рестлинга Владимир Кулаков. Ну вот, сразу же Хитрых нападает на Кулакова, еще до гонга. Вот, только сейчас дали гонг, и начинает он все время, да, пытался загнать Кулакова в угол, но вот очень быстро приходит в себя и пошел в ответку.
Рукопашный бой, удар ногой вот теперь уже прилетел следом. Ответка хитрых. Обмен ударами идет, тяжелыми, жесткими ударами. Кулаков заталкивает хитрых в угол и запускает его в противоположную сторону, влетает хитрых. Клоузлайн. Запуск в противоположный угол и еще один клоузлайн. Снэпмэр и удар по спине. Еще удар прямо в лицо прилетает от Кулакова. Абсолютно Кулаков не миндальничает с тем, кто бросает ему вызов. Да и вообще, в принципе, своих оппонентов он не жалеет никогда. Суплекс! Разбегается Владимир и удар локтем. Еще одна, да, попытка удержания. 1-2. Только было 2. Как я уже говорил, Владимир Кулаков и хитрых, они знают друг друга достаточно давно. И скопслэм. Ну вот сейчас пересеклись их дорожки, как рестлеров. Ну и Алексей Хитрых, друзья, если вы следите за... Ой-ой-ой, Микавелла вмешивается. Хватает Кулакова за ноги. Если вы следите за независимой федерацией рестлинга, вы должны знать и сравнить вы можете, каким был Хитрых в 2014, там, в 2015 году, когда только делал свои первые шаги в рестлинге, и каким он стал сейчас. Сделав свое имя как рестлер ультравайлент стиля, вот поднабрав массы, силы, Хитрых сейчас нынешний и Хитрых тот, который был когда-то, там, 5 лет назад, это два абсолютно разных человека. Хитрых идет в контратаку и собирается... Мечи ногу драйвер проводит он на Кулакове и удержание... Нет, не удержание. Серию ударов в лицо, Кулаков уходит в домик, в защиту. Публика недовольно гудит, но Алексею как-то на это наплевать абсолютно. Он видит цель, он к ней идет. Ох, какой суплекс! Обратный. Удержание. Нет, только 2. Публика топит за Владимира Кулакова. А Хитрых продолжает идти в свою атаку. Удар локтем. Запуск в канаты. Кулаков разбегается, уворачивается от клоузлайна. Удар, еще один удар ногой. И коленом. Коленом с размаху прилетает Хитрых в голову и сшибает его. Но это страшный удар. Им можно, не знаю, там слона завалить, мне кажется. Удержание, 1-2. Только 2. Удивительно, что, ну, вообще и Владимир Кулаков, и Хитрых сделали себе... на имена как рестлеры хардкорного стиля. Правда, Кулаков уже достаточно давно в хардкоре мы его не видели. Хитрых, ну, тоже он, видимо, решил, что, ну, не все в одних ультравайленс матчах участвовать. Надо сделать себе имя еще и как рестлеру классического стиля. Суперкик, ух, какой мощный. И это круто, друзья. Знаете, когда рестлер многостаночник такой, который может и в ультражестоком рестлинге, и в обычном, потому что вот ультравайленс-рестлеры многие как раз-таки имеют такую дурную славу, что они, кроме вот этих своих ртутных ламп и колючей проволоки, не умеют больше ничего. Выходят на ринг и тупо ломают предметы. Но вот такие рестлеры, как Хитрых, этот миф разносят в клочья просто. Да, изволит драйвер... Извините, меченоку драйвер еще один мы наблюдаем. И вновь удержание. Которое ни к чему не привело, впрочем. Хитрых ведет в матче с Владимиром Кулаковым, с ветераном рестлинга, но попадает на суперкик. Очень опытный Владимир. Конечно, столько у него было матчей и в России, и за ее пределами он выступал. И в Европе, и в Китай ездил бороться. Так что, конечно, здесь навыки, здесь опыт, он, ну, несоизмеримый просто. Молот богов! Это коронный удар Владимира Кулакова. В нагрудную клетку двумя ногами приземлился с третьего каната и удержание. 1-2. Так, опа, секунду. А тут уже Кулаков, смотрите, решил отомстить Микавелле за вмешательство. И когда уже, в принципе, он мог удержать Хитрых, он сам прервал удержание и хочет на глазах, вот, у нее на глазах просто уничтожить
и ее возлюбленного. Смотрите, что делает Владимир. Говорят, что месть нужно подавать холодной, но не в случае с рестлингом. Здесь месть приходит молниеносно и вот таким вот образом. Без всякой жалости Владимир Кулаков расправляется над хитрых. Так, и он лезет, секундочку, почему он лезет под ринг? Он лезет за стулом, но это же будет дисквалификация, это матч по классическим правилам. Все! Вуаля! Опа-на, друзья! Это же бой по классическим правилам, а Кулаков, видимо, забыл об этом и... Ух, какой удар! Все, гонг! Хитрых побеждает по дисквалификации. Кулаков, смотрите, какую силу он удар нанес. Стул, спинка разломалась, сидушка вообще вылетела. Микавелла залезает, закрывает хитрых своим телом. Женщин нельзя бить. Ну вот, посмотрим. Ох, Кулаков хватает Микавеллу за волосы и просто тащит ее по рингу. Ой-ой-ой, удар кулаком. Кулаков нанес удар кулаком. Да, прямо панч тяжеленный Микавелле в голову. Что происходит, друзья? Слушайте. И тут, знаете, на ринге какая-то так называемая серая мораль. Ой-ой-ой, хитрых пошла кровь после удара стулом. Знаете, творится серая мораль, потому что вроде бы как и Микавелла там вмешивалась в матче. Хватала Кулакова за ноги. Да, плохой поступок. Но и то, что сейчас делает Владимир, это тоже такое себе, как мне кажется. В общем, посмотрите, у хитрых идет кровь. Микавелла практически в нокауте, но это еще не все. Кулаков разбегается и удар коленом. Гонг звенит еще раз. Кулаков берет цепочку и... Так, что он старается сделать? Нет, выбросил. Я уж думал, Микавелле там прилетит еще. И нет, он снова лезет под ринг. Какая-то веревка. Слушайте, бой, несмотря на то, что бой окончен, но избиение на ринге продолжается. Так, что делает Владимир? Он накручивает веревку вокруг шеи Микавеллы. И что собирается? Он собирается придушить ее, что ли? Охрана, вот уже кто-то кричит. Ну, ребята, это уже ни в какие ворота не лезет. Что происходит? И Кулаков... Вот оно, как это... Он просто пытается задушить Микавеллу. Хитрых уже ползет с последних сил, чтобы ее защитить. И получает мощнейший удар от Кулакова. Ой-ой-ой. Что-то мне подсказывает, друзья, что этим поединком все дело не ограничится. Кулаков... Просто как зверь. Расправился и над хитрых, и над Микавеллой. Хотя, де юре, победа осталась за Алексеем. Заткнитесь, кричит. Окровавленный хитрых. Кулаков уходит. Ну, друзья, следим за событиями дальше, следим. Чувак, после того, как я сделал тебе станнер... Да забей, это все было в прошлом году. Давай начнем Новый год по-новому. Сейчас круто заканчивается. Да, нет, все нормально. Давай. Ну, пошли. Кому пора потренироваться как следует. Мне кажется, ты не доделал подходик. Не халяк, не халяк, не халяк, не халяк, что происходит?
Дело в том, что у меня, к сожалению, не было возможности тебя поздравить с прошедшим давным-давно уже Новым годом. Я подумал, слушай, ты же так любишь качалку, почти как я. Ты же так любишь рестлинг, почти как я. Да, почти как я. И знаешь, что я подумал? Самый лучший способ поздравить Локомотива — это матч по рестлингу в качалке. Круто же, круто, круто. Миш, матч по рестлингу. Да. Значит, прямо в качалке. Прямо. Че, я пошел? Стоп, Вань, я не буду делать такой матч, ты понимаешь? Слушай, ты не понял, бро. Я все окей, да, бро. Я да. не буду делать чертов матч в этой сраной качалке. Это не вопрос, это не просьба, понимаешь? Это факт. Лока, помнишь шоу «Возвращение», где ты вырвал победу из моих рук? Вот, сейчас время мести. Блядь. То, что надо. То, что надо. Тебя не спрашивал. Что надо. Отлично, отлично. Фу, ну все. Какого хера? Блять! Яйца.
Нет, 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 нет. Ну, раз, посчитай. Раз, два, два. Только два. Считай, он вырубился, все, конец. Раз. Все, окей. Два. Все, окей. Нет. Что? Что? Ну, сволочь. Сейчас я тебя приколю. Ой, сейчас тебе понравится. О, косячка! По-моему, хочешь стрелять матч. Ты хочешь стрелять матч? Нет. Алло, вечер добрый. Дежурная? Не, ну я на всякий случай уточняю, мало ли я не туда попал. Слушайте, такое дело. Охранником работаю в фитнес-центре. Да-да-да-да-да. Фитнес-центр... Бокс. Бокс. Да, послушайте, тут двое клиентов у меня с ума сошли. Как бы я же не могу ничего предпринять. Здесь просто дерутся, представляете себе, дерутся прямо в фитнес-центре. Да-да-да, желательно, конечно, усмирить тут оборудование, слушайте, дорогой, ужас просто. Да-да-да, разумеется, конечно, да, жду вас, буду ждать здесь. Адрес, да, записывайте. Значит, ну, Москва, улица... Да, все отлично. Большое вам спасибо за службу и за заботу. Поехали. Так, парни, профессионалы, правила вы знаете. Берите красиво и, главное, честный бой. Пожать друг другу руки, разошлись по углам. Oh!
Значит, мы же цивилизованные люди. Ну посмотри на нас, мы же цивилизованные люди. Мы собрались здесь в этом прекрасном зале. Давай сейчас все обсудим. Противоположно, мы все обсудим, да? Мы сейчас обсудим, и все у нас будет окей, да? Все будет окей, да. Мы такие. Сын, блин, о!
Уходи, сдаешься? Ты его убил. Я ничего не делал. Он умер? В смысле? Я его убил. А кто это сделал? А, ладно, была не была. Ну, вытаскивай его. Ой, бля. Бля. Сейчас, это же еще не конец. А, ну, тут же конец, он же умер. Сейчас, подождем. Я появился, где я. А кто же умер, он не дышит? Алло, Лопова, Лопова, ты живой, алло? Барик, живой? Алло, Барик, живой? Поддерживается.